Завтраки обычные, как и везде. Яйца вареные, омлет, блины, пончики, выпечка, разные хлопья, йогурты, сыр, колбаса разных видов, овощи, чай. Также присутствует кофе-автомат. По поводу обедов и ужинов. Обеды и ужины разнообразные. Курица, индейка, вкуснейшая говядина, свинина, баранина. На гарнир картофель, рис, макароны, овощи тушеные. Много разных салатов. На первое всегда какой-нибудь суп-пюре. И обычный с курицей, говядиной или даже с индейкой с вермишелью. А также морепродукты. Кальмары, осьминожки, крабы жареные или вареные. Иногда креветки и какая-то рыбка. Огромный плюс отелю за то, что меню дублируется на русском языке. Не нужно гадать, что за блюдо. Бар у бассейна работает с 10 утра до 24 часов вечера. Днем там можно перекусить различными вкусняшками. Например, бургер с тунцом, салаты, картофель фри и так далее. А ближе к вечеру это сменяется на блинчики, выпечку, пироженки, а также делают вкуснейшую пиццу трех видов. Из напитков местного производства вина. Белое, красное и розовое. Белое приличнее всего. И вкусное пиво местного производства. Алкогольные коктейли не понравились. Свежевыжатых соков тоже не подарили. Территория большая, зеленая. Огромный бассейн. Есть скрытый бассейн с подогревом. А также имеется новый аквапарк. Собственный пляж находится рядом в 30 шагах от бассейна и бара. Пляж узкий. Песок мелкий. Вход пологий. А вода чистейшая. Не зря говорят, что в Магди самые лучшие пляжи. Шезлонги и матрасы бесплатно. Пляжные полотенца без залога в обмен на пластиковую карту, которую дают на ресепшн при заселении. При выезде сдается обратно. Ресепшн и гиды никаких проблем. Много русскоговорящих. У Annex Tour гида звали Ульяна. Находилась в отеле весь день. Можно подойти с любым вопросом. В холле отеля лобби-бар работает круглосуточно. Там варят вкусный кофе. Можно взять любые напитки, и там же можно и нужно брать питьевую воду и минеральную. Они в литровых бутылках. Можно брать в любое время и без ограничений. В номере вода не доставляется. Анимация с утра до ночи. Вечером анимация в актовом зале. По поводу детей. Можно спокойно в данный отель ехать с детьми. Для детей есть бассейн, детская площадка. Даже имеется аквапарк с маленькими горками для совсем маленьких детей. А также детская комната с няней. Вечером детей развлекают аниматоры, танцуют, поют, играют. После 10 вечера анимация для взрослых. Ну что, пора время подвести итог. В общем, впечатление об отеле очень хорошее. Отдыхом остались довольны. И советуем этот отель другим отдыхающим людям.